Здорово, друзья. Ой, как бы донос. Это дядя Сережа. Как у вас дела? Мы делаем кардио. Мы делаем кардио, а вы будете задавать свои порой дурацкие вопросы. Третье кардио, наверное, за сегодня. Все верно. My heart. Жир горит, сука, в аду. Горит, сука, не хочу быть жирным. Не хочу. Привет, Лондон. О, я не накручивался ничего. Кто-то позаботился за меня. О. Так. На панган я собираюсь. Вроде бы. Здорово, друзья, здорово. А нужны встречи? Скоро поедем кататься на борду, на байдарках. Кто хочет? Кто хочет подгонять? Хотим на Самуи, Панган и Краби. Витамины продаются ли без проблем в отдельных аптеках. Краби. Ударов 130, наверное, сейчас бьется. Не, без клён бутеролов всяких. О, если честно, хотел бы сделать ПКТ и больше не курсить. С Настей сегодня общался ВКонтакте, не ответил ей еще, кстати. Она скоро полетит в Вьетнам. А, бой был Симонелло с Михой. Ну и как он? Насувал ему. Панган отстой, 9 часов путь пустую. Почему? Шани красавчик. Шани красавчик. Трансляцию веду раз в день, либо два раза в день. 14 раундов. Ничего себе. Это очень долго. Подъем в гору. Гашан тренируется. Майки буду выпускать весной. Питер буду весной, середины весны. Так что ждите. Привет, Лас. 190, что так мало? Не знаю. Пиво будешь, Серег? Давай, пивас. Темное, светло? Давай, светло. Ну ладно, все. Не ссорит никто меня больше. Никому я не интересен. О. Вау, 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 вау. Ну чё, чё, чё? Трансформация потихоньку идет. Программы пишу. Физкульт, привет. У меня кардио много сегодня. Очень много. Сегодня на велике.
больше полутора часов на кардио, час и пешком, полтора, наверное, может быть, даже два часа пешком. Так что я сегодня прям красавчик, не то что вы ленивые задницы. Новости я думал сегодня снять, еще один. Катюше Карпаковой привет, это Серега. О, зажигание лучше, меньше жрать. Меньше жрать, больше двигаться, неважно о чем. Я здесь холоден. Шагал. Такое впечатление, что, блин, целый год уже иду. Вес такой. Как царь горы на гору пытается забраться. И не могу. Не могу забраться. Дойти до перископа, идешь. А когда дохожу, бьюсь башкой об потолок. Я устал, друзья. Сегодня я устал. Ну, давайте вопрос какой-нибудь мне дурацкий задайте. Я вам отвечу. Мило. А, регулируется скорость. Вот банк. Устал. Сегодня было много кардио. Настя вроде бы хорошо. Вроде бы хорошо, готовится к отъезду во Вьетнам. Будет там кататься на кате. Ешь 108. Жарь и ешь их, эти свои блинчики. Жир, сука, горит. Гори, чертов жир. Не могу на тебя смотреть. Но люблю пожрать. Как так? Почему так? Как мне не жрать? Как мне не жрать? Скажите. О, пока не думал. У меня куча яиц дома. И курица есть. Курицы есть не буду, не знаю, что буду есть. О, что, бегать или не бегать? Бегать. После тайских скинул 5. Стенекс есть. Креветок не люблю. Креветки ем, когда иду в этот, в буфет. Это 200 бат. Потому что у меня куча яиц еще есть. Поэтому я не покупаю белки. У меня еще яиц штук 50. Я их не люблю есть. Поэтому я медленно. Гайда по майкам не будет. Я буду скрывать это все в тайне. Я на позитиве. Я позитивнее позитивного. Это мертвые яйца. Мертвяки. Пацан на сушке. Но если есть лишние деньги, купи
Нет, денег не покупали. Просто хренач. Фрукты ем. Сегодня ел манго и арбуз. Величко, наверное, очень жаждет со мной познакомиться. О, здорово, здорово, друзья. Не знаю, мне нравится холодный арбуз. Мне нравится манго. Да и все, наверное, что мне нравится. О, я не курю. Маша качает чего-то там сзади. Но мне кажется, они качают язык больше. Но с каждым днем жира становится чуть меньше, и людей все меньше смотрят мои перископы. Как говорил Турчинский, это не курение, сигары – это кулинария. Правда, он говорил про сигары. О, немец что-то там подсел на видосы. Прикольно. Не прочитал, правда. О, я иду. Я держусь. Я еще держусь. Пиши ВКонтакте по поводу программы. Смотри прайс в группе сначала. А, все. Делаю, пока не сдох. Делаю кардио, пока не сдох. Короче, сейчас делаю кардио. Пойду есть что-нибудь вкусное. Ха-ха-ха. Лайтовенько. Не, мороженое не будем есть. Только чуть-чуть фруктов, может быть. О, Дариков приглашает. Музончик, музончик, пошел. Пошел музончик. О, ну чё у вас? Интересно. Я еще здесь, я жив. Так, методики по майкам не будет. Все будет в секрете держаться. Спасибо, Даш. С кривыми большими зубами. Зато белыми. Ой, друзья. Рыбу ем, но редко в Таиланде. Что-то мне не заморачиваюсь. Жир показывает 265 калорий, я жжу. Я хожу на степпере. А дальше я поеду по Таиланду чуть-чуть. И потом еще не знаю. Анаболики? Нет, это что? Только апельсиновый сок, как говорил Кайгрид. Только апельсиновый сок. Тренировку нельзя прогуливать, да шум, ты что? Это ж не пойдет тебе в плюс. Лентяйка. Хочешь полениться и поесть, наверное, чего-нибудь вкусного. Пожевать. Что есть и не жирнеть.
овощи. Пельмени. Пельмени Даша ест. Вот ее подготовка. На пельменях. Тут музон такой. Зажигатель. Под него хочется еще интенсивнее ходить. Короче, на этот самый, на мой степ налили воды. Походу ее налили от меня. Из меня вылилось. Дашу, ты ешь сырыми. С морозильника возьми, погрызи пельмени. Зачем ты их варишь? Тебе ж лень. Возьми, погрызи. Они вкусные. Наверное. Георгий там пыхтит что-то, как будто порно как это гейс снимает. Кирилл, включил на последний вот такая. Ну давай, сделай подход, хоть один сделай, хоть повтор сделай. Еле-еле. Ну что скажешь, свое оправдание? Сейчас оценим. Почему такой дрищ? Нормально? Слушай, ну так. Жирный дрищ. Че ты пишешь? А? Че пишешь? Серега, дай гашанину метанчика. Все будет? Берите гашану. Все будет. Что там? Скидывайтесь мне на Dimension, если хотите видеть гашана большим и вшивым. Скидывайтесь мне на сустанол, меташечку. Это для суставов? Да, для... Да. Сустанол. Или же мне... Намазь вот эту хондроксин. Да. Let's do it together. Все, меня цепанули. Все, гашан заработает сейчас на месяц, на следующий. Да. Чуть чувствует так, что 2000 там. Бат. 2000. Тугеда. Че, 22 минут проходил? А? Кто красавчик? Карамелька, пельменька. Соси до мяса. Здорово, Псков. О, не курю больше. Честное слово. Так. Здорово, толстяки. Здорово. О, я толстый. Он мне что-то подсказывает, что я выгляжу получше вас. А? Как вы считаете? Что врешь? Я не вру. Я не курю. Как уехали твои подруги отсюда. Даже еще раньше. Кардио делаю в день очень много. Делаю, сука, очень много кардио. Есть время. Хренач кардио. Нет времени. Хренач тоже кардио. Не, если так, все зависит от компании. Не пропали сообщения. Не, более осознанно, на такую гору забрали. Не бегаю, очень большой вес бьет мои колени. Привет, Обнинск. Зожники меня атаковали. Атаковали, Даша, зожники. Зож. Хуёж. Зож. Позови Гош. Зови Гош и все, испортит.
твой ЗОЖ. Можно с ним кушать морожку. Здорово, Ален, здорово. Серега. Алена мужа, походу, не нашла. И работу тоже. Да, Шуль, сори, там пельмени-то, чтоб не подгорели. А то начнутся жарить автомат. Путь к цели люкс. Есть у меня такая программа. Люксовая. Зал 2500 в месяц. Ват. 25 минут. А? Как вам? А? Вот сидите, наверное, там жир отращиваете. Пельмени вон варите какие-то. И жрете их. А потом жареете. Ну все, не поешь пельмени. Теперь вылавливаю их. Для первого курса не использовать ничего. Купить мозгов. Да ничего страшного. Можешь прям с плиты есть вилка. И смотреть выпуск. Надо так майонез чуть-чуть ливануть. Я сделал сегодня 1.5 часа велика только. И 40 минут степ. А? Как тебе? И прошел еще сегодня. 10 км. Я, сука, красавчик. Креатив, мне так креатив, смотри какой. У меня самый креативный креатив. Под заросшего скинхеда подстригся. Яйцеголовый. Сильно изменился после того, как стал известным. Да я не стал известным. Кто меня знает? Вряд ли. Может, более уверенным в себе стал. Пранки снимать надо. На второй канал. Такие пранки. Что-то можно снять в Таиланде. Поклеиться тайским девочкам. Мне кажется, это будет вообще не проблема. Помнишь дату, когда ты изменился в плохую сторону? Я изменился в плохую сторону. Даже не знаю, что ты имеешь в виду. Я весь вообще положительный. Весь положительный. Все минусы, которые во мне есть, они только с других точек зрения. А для меня у меня одни плюсы. Кроме того, что я жру. И что еще? Даже не знаю, что отнести к минусу. Что я не 100% зожник. Может быть, тоже. Но это же со всей стороны, как посмотреть. Для кого-то фигура моя
перекачанная, для кого-то жирная, для кого-то идеальная, для кого-то что-то надо в ней внести. Так же и тут. Для кого-то алкоголь раз в полгода будет минусом, для кого-то раз в месяц будет минусом, для кого-то каждый день будет плюсом. Так же и тут. Все же индивидуально. Для кого-то я, может быть, слишком веселый, для кого-то, наоборот, слишком спокойный. Так что даже не знаю. Первый раз подумал, ну это что, это я был мелкий, лет там, с класса 6-7, сколько мне тогда лет было, хер знает. Ну там пошли пьянки, там пошли сигареты, там пошли всякие странные личности. Вот тогда было говно. А после 9 уже было все лучше и лучше и лучше. После 9 я начал качаться. И на первом курсе лицея я бросил курить. 4,5 года курил. Перестал бухать спирт за 40 рублей. Вот, устарела передача, пусть говорят со мной. Приятненько, приятненько. Что это за подготовка такая, что ты прибухиваешь что-то недельку? Это не то. Учиться, может быть, чему-то буду, что мне пригодится в жизни. Я уже 32 минуты прошел. Прыгунова курил, не знаю, бутылочку пива выпил. Ну и вот, понеслась душа в рай. Сверчки эти мерзкие. И еще кузнецы. Вы подумайте, что я, блин, долблю по пачке сигарет день. Курил сигаретку с пивасом. Это зожникам не понять. Я уже сжег 450 калорий. Вы в курсе? Вы в курсе? Ёпта. Пошли пешком домой. Да? Да. Что там только поедет, это плевать. Что там только про нас и пишут, да? Только про вас и пишут, говорят. Надоели, ну. Говорят, где Маша на заднице? Че, у тебя на где канале? Где Влад? Влада Пресна. Ну, мой Прест они могут на канале смотреть. Без перерыва. Санни Дейс там, вот. Такой белобрысый чувак. А, надо хоть показать, на кого, с кем я разговариваю. Динозавром вообще. Блин, смотри, ты у меня начал сам разговаривать. Это Маша. Собрались опять эти фрики. Жиробилдеры. Эти фрики по сжиганию как жира. Как футболки, ребят, оцените. Продам за душу. Что, вонючие, да, трешки? Вонючие, да, пропитанные. Мою почем? Твою? Да тебя же уже оплатили. Это реклама кроссовок. ZX700 это кроссовки. Адидасовский. Ты как реклама. 200, что-то. О, 700. Сразу ценник, да? Ладно, короче. Все, мы помчали? Да, мы еще пешочком.
твоя рука? Кому там такая рука была? Это завтра на обед пойдете? Когда на байдарке? Когда на байдарке? Послезавтра. Послезавтра. Завтра, короче, тогда что, если вы 12 пойдете, мы так же, да? Нет. А у тебя во сколько? Тренер здесь даже? 5. Ладно. Давайте там не жрите ничего. Ну да. Получается, что девушка. Девушка Влада. 35 минут. А? Кто сжег жир? Кто сжег жир? Точно не вы. Унылые задницы. Да, говорю же. Жена, девушка, не знаю. Но они давно вместе уже. Маша симпатичная. Симпатичная, милая девочка. 5 лет, значит, жена. Я там вылезла. Я смотрел, следил за ней. Конечно, Даша лучше. Что за вопрос? Короче, пойду-ка я домой. Работать надо еще. Скайп там всякий. Консультейшн. Пятихатка. Так, что, снимай пятихатку. Покажи маме пятихатку, а то никто не поверит. Всем мир, всем прекрасного настроения. Всем пока. После себя надо протереть степ, а то он, сука, весь мокрый, как и я. Bye.